Будемо, друзі, сьогодні піднімати і військове питання, і також говорити про політику. Обов'язково долучайтеся до нашої розмови в коментарях. Ну, починаємо ось чого. Соєдині Штати перенесли на 2024 год передачу Україні бомб радіуса дальнього дійства з GPS-наводкою. Розстояння, вот этот самий радіус, 160 кілометрів, це приблизно як Атакамси. У Атакамса в той конфігурації, яка була передана Україні, 165 кілометрів. І по інформації Reuters, это связано с тем, что есть определенные технические, производственные проблемы, необходимость проведения дополнительных проверок. Но мы же все помним, как долго Белый дом принимал решение по поводу Атакамсов. Возможно, да. У вас есть инсайты. С чем все-таки связано то, что вот опять перенесли передачу оружия дальнего действия? Ну, во-первых, уже есть более свежая информация. Буквально за полчаса до того, как мы с вами вышли в эфир, запись нашего эфира, уже в Твиттере появилась информация официального лица нашего Пентагона о том, что уже в Украину поступили атакамсы радиусом действия до 300 километров, причем работающие с GPS. Это дальнего радиуса действия и высокоточные. Вот это самое главное. Поэтому, вы знаете, то, что я говорил всегда, что они будут, и очень скоро, свершилось. Господин Борис, а можно уточнить, вот это вот высокоточный Атакамс, это имеется в виду, что не так, как в предварительной конфигурации были кассетные боезаряды, в этот раз будет другое? Да, это другое. Это другое. Кассетные – это одно, а вот атакамсы к хаймерсам радиусом действия 300 и более километров – это другое. Сегодня я сейчас только что сказал о атакамсах, которые будут поступать. Это крайне необходимо сегодня Украине. Почему? Вы посмотрите, ведь благодаря безалаберности Запада, Америки прежде всего, Россия смогла за последние 10-11 месяцев создать многоуровневые линии обороны, причем напичкать многострадальную украинскую землю тысячами мин, взрывчатых веществ, и к чему Украина не была готова. Более того, да и Запад оказался не готов. Во-первых, сегодня нужно срочное специальное оборудование для противоминное, то есть с такой броней, с такими защитными средствами, чтобы те взрывчатые вещества, которые заложены в почву украинскую, чтобы их было недостаточно, чтобы выводить из строя это оборудование, с одной стороны. А с другой стороны, миноискатели. Сегодня бедные... Вы знаете о том, что из 100% погибающих сегодня солдат украинских, 80% погибающих приходится на артзаряды, российские выстрелы артиллерии. 20% приходится на мины. То есть украинские солдаты погибают при взрывах, взрывчатых веществ на украинской земле при продвижении вперед. К этому оказалась украинская армия не готова, так же, как и Запад. И пока Запад начал раззадумываться, как быть, как поступить, и где деньги взять и так далее, знаете, умные головы украинских солдат, они не стали долго думать. Они стали брать отвалы с бульдозеров и нанизывать на британские челленджеры танки, которые стали прорываться, с одной стороны, сбрасывать вот эти зубы дракона, с одной стороны, а с другой стороны, украинские миноискатели, саперы, они просто потрясающие стали, они стали придумывать на ходу, что сделать, чтобы предотвратить жертвы. Причем, вы знаете, там ловушки были установлены, и бедные украинские солдаты, они... Вначале, конечно, несколько солдат потеряли свои жизни, но когда стали задумываться ребята, как преодолеть их, они придумали, нашли способы, которые могут снизить количество жертв, которые приходятся в результате взрывов вот этих мин, которые заложены в земле украинской. К счастью, это привело к значительному снижению количество жертв. Но
темпы-то продвижения замедлены. Вы понимаете, как это все вручную, это надо быть таким осторожным. Вы знаете о том, что ребята, уходя вперед на поиски и разминирование, прощаются, как будто они больше никогда не вернутся. Вот такой большой риск при разминировании. И вот на этом фоне как нужны атакамсы. Почему? Так потому что эти ракеты преодолевают, как я уже сказал, 300 и более километров над линиями вот этой оборонной линии России, которую построила, и бить по тем местам, например, по тому же Крыму, где 150 мест военных баз российских, 5 аэродромов. Вот как их преодолевать? Без этих ракет невозможно. Понимаете как? Поэтому, наконец-то, наши тугодумы пришли к выводу, пора отдавать, отбросить в сторону эти тупые, бездарные оговорки. Ой, как бы не спровоцировать, как бы не эскалировать, как бы не столкнуть Америку и Россию, две ядерные державы, державы лбами и так далее. Ну, видите, в конце концов мы приходим к выводу, что надо давать. А ведь это можно было дать и в прошлом году, год назад, не вчера, не позавчера, год назад. Тогда бы многое еще мы смогли бы сохранить, особенно жизни. Поэтому, к счастью, вот сегодня впервые в Твиттере появилось сообщение, что ракеты «Атакамсы» радиусные до 300 уже там, уже в Украине. Так что мы с вами будем скоро праздновать первые ласточки о победе в стадии контрнаступления, которого так долго ждет Запад, и осуждает Украину. Осуждая, хотя морального права не имеет Запад, вы сначала дайте, а потом осуждайте. Вы же не дали. Почему вы имеете право осуждать? Тем более, что украинская армия впервые в мире после Второй мировой войны ведет войну в центре Европы. При всем том, что Америка очень опытная и так далее, она никогда не воевала в Европе после Второй мировой войны. Такого еще не было. Эти опыты, которые завоеваны Америкой, знаете, в Ираке, в Афганистане, там, даже в Вьетнаме, они выеденного яйца не стоят с тем, что столкнулась сегодня Украина. С этими варварами, которые превосходят Украину и в численности живой силы, и в количестве вооружений. А ведь это же подло. Обманув Украину, аннулировав, не забыв про Будапештский меморандум 1994 года, отнять у Украины то, чем могла бы сегодня Украина защищаться, а тогда бы и нападения этих негодяев бы не было. Потому что к сегодняшнему дню уже Украина имела бы ядерное оружие. Пусть попробуют сунуться. Понимаете? Поэтому ответственность есть на Западе. Очень и Америки, и Великобритании. И остальные потом подключились, кстати, к этому меморандуму тоже, европейские страны. Так вот, я прежде всего предъявляю претензии Америке и Великобритании. Обязаны. Это не добровольно. Это не, знаете, милосердие. Это обязанность. Подписывали бумаги? Дайте. Вы обязаны. Господин Борис, и да. Тут вот еще важно, наверное, вспомнить о том, что вот эти удовлетворения военных нужд Украины, оно в том числе существенно влияет, триггерит в хорошем смысле этого слова военно-промышленный комплекс Америки. Уже об этом Пентагон заговорил. Была такая информация о том, что эта помощь активизировала скачок американского ВПК на такой уровень, да, которого индустрия не видела последние несколько десятилетий. Да. Вдогонку Вашингтон-Пост написал статью, где по информации авторов 90% всей выделенной помощи, а это 68 миллиардов долларов, были потрачены именно в США. Я вот с какой бы стороны хотела рассмотреть эту тему. Я задалась вопросом, а сколько людей задействованы в военно-промышленном комплексе Америки? Потому что они же выборы, избиратели, электораты, да. Они будут в конечном итоге принимать решение, кого им поддерживать. Тех, кто, извините за тавтологию, поддерживает Украину, или тех, кто против поддержки Украины. И вот я нашла такую цифру, что 3 миллиона людей задействованы в американском ВПК. Мы можем приплюсовать сюда, наверное, членов их семей. То есть, если очень грубо, то как минимум на полтора, в два раза. 5 миллионов. То есть 5 миллионов получается, да? 5 миллионов людей, которые заинтересованы в таком вот развитии скоростном
военно-промышленного комплекса. Как вы считаете, насколько это критическая масса для Соединенных Штатов, для того, чтобы в будущем кандидаты в президенты от республиканской или демократической партии могли менять свои избирательной кампании. Но мы, наверное, даже говорим больше о республиканцев, потому что именно внутри этой партии есть такой определенный раскол в отношении вопроса поддержки Украины. Да, во-первых, я хочу вас поправить. Как такового раскола внутри республиканской партии по поводу оказывать Украине помощь или нет, нет. Есть расхождение по поводу источника денег, которые принадлежат для Украины. Давайте начнем с самого главного человека в Конгрессе. Это спикера. Это он определяет стратегию. Это он задает тон, давать Украине деньги или нет. Если да, то сколько? Вот это принципиально важно. А наш спикер Майк Джонсон уже неоднократно, сразу же, даже, начиная с того момента, как он был уже избран спикером, тут же сказал: Украина была, Украина есть, Украина будет приоритетом в оказании помощи на равных с Израилем. Никаких разговоров нет. Весь вопрос в другом. Вы посмотрите, вот в эти 106 миллиардов, которые требует Байден, Байден хитро, они, демократы, хитры очень. Они включили туда не только помощь Украине и Израилю, они туда включили миллиарды на чистую экологию, миллиарды на оказание помощи этих 8 миллионов нелегалов, негодяев со всего мира, сбежавшихся, прежде всего, в том числе из России, кстати. Их 20 тысяч пересекло нашу границу с Мексикой. Конечно, большая львиная доля из Латинской Америки, но я как еще из 54 стран мира пересекли. И вот Байден включает деньги на оказание помощи им. Вы представляете вы? А республиканцы говорят: подождите. Во-первых, у нас должны быть приоритеты. Окей? Израиль и Украина. Так давайте им дадим деньги. Оставьте в стороне эту вашу пресловутую экологию. Разве мы что, умираем от отсутствия кислорода? Нет же этого. Окей? Сегодня нужно спасать Украину и Израиль. Господин Борис, я вас перебью. Да. Есть такой кандидат, кандидаты на президентские выборы от республиканской партии. К сожалению, не помню имя, фамилия Вивек. Рамасвани. Да, я знаю его. Да, персонаж достаточно громогласный, он уже успел наскандалить в разных медиа. И то, что он говорит, ну давайте будем откровенны, очень невозможно трактовать неоднозначно. Это абсурд, абсурд. Он же представляет в том числе и республиканскую партию. Но. И если бы большинство, я сейчас закончу свою мысль, если бы большинство американцев все-таки бы выступали за отсутствие помощи для Украины, то, наверное, бы этот господин Вивек, он уже был бы кандидатом в президенты. Но он так очень ярко эту позицию отстаивает. А если наоборот, республиканская партия будет понимать, что среди ее потенциальных избирателей люди, которые хотят как раз видеть помощь Украине, то тогда, наверное, они сконцентрируют свое внимание на каком-то более лояльном к Украине кандидата. Вот что я имею в виду. Правильно. Вы правильно отметили все. Вот это все воспринимается на большом расстоянии. Теми, кто не вовлечен в эту кухню предвыборную. Так вот, этот Рамасвани молодой, очень успешный, как у нас говорят, self-made businessman, 38 лет ему, и уже миллиардер, представляете вы? Вот. И вдруг он решил пойти в политику. Ну, честь и хвала, почему бы и нет. Но стал нести такую ересь, и я, например, ему написал, я говорю: слушай, дорогой мой, ты спроси у папы и у мамы, с какой целью они в эту страну приехали, и почему они выбрали эту страну, индусы, вот почему? Папа инженер, мама врач, и вот сам он кончил престижные университеты, очень даже, и успешно закончил. И вот удачно сложилась жизнь, американская мечта сбылась. И он решил в политику. И посмотрите, такие, и смех, и грех. Это правда. А почему, я вам скажу. Во-первых, он продукт сегодняшней
американской школы молодежи, к сожалению. Очень мало там сегодня у нас в школах говорится о том, что такое социализм, что такое капитализм. Мало говорят о том, почему родители этих студентов, предки выбрали Америку, чем она хороша и что нужно делать для того, чтобы сохранить те ценности, которые заложены отцами-основателями нашей страны в основу нашего общества. Это проблема. Вы знаете только одного Рамасвами. У нас есть еще балбесы, которые сегодня на улицах с транспарантами сжигают американские флаги, вы понимаете, на равных с израильскими. И немало тех, кто говорит наряду с ними, а меня волнует не Украина, меня волнуют высокие цены на бензин, меня волнуют высокие цены на молоко и мясо, меня волнует преступность и многое другое. А вот Украина в моей повестке дня как избирателя на 4-м, 5-м, 6-м месте. И вот таких набирается, вы не поверите, порядка 8-10 миллионов. Представляете вы? Это все избиратели. Так вот, идет борьба за голоса, борьба внутри партии. Ну, я вынужден повторить некоторые цифры, которые я привожу в эфирах наших украинских. Вот, например, у нас в Америке 338 миллионов населения. И в нашей стране, вот среди этого населения зарегистрировано 36 миллионов демократов, 34 миллиона республиканцев, 32 миллиона независимых. Так вот, вы знаете, сегодня борьба идет внутри республиканской партии. Их уже 5-6 кандидатов. Но число их будет убывать по мере приближения к первичным выборам. И каждый воюет за своего избирателя. За своего. То есть республиканца. В ход идет все. И даже то, что он никогда не сделает. Но надо говорить. Популизм. Он неизбежен. Говорит то, что нравится людям. Что они хотят услышать. Понимаете как? Так вот, я, возвращаясь к этому Рамасвами, хочу сказать, что округ, который его представляет, как раз-таки напичкан республиканцами, у которых Украина не на первом месте. Да, они не против Украины, но они говорят, Украина – это потом. Дай мне сегодня решить проблему с преступностью, дай мне… Более того, этот Рамасвами уже, общаясь со своей аудиторией, говорит, Россия была бы лучше, Китай опаснее всего. Вот если мы сегодня позволим Украине победить, то тогда мы потеряем Россию, и тогда Украина будет еще сильнее. Вы понимаете как? То есть часть России может перейти к Китаю, а Китай станет еще сильнее, а это наш враг номер один. Ну, я буду откровенен, предельно откровенен с вами. Ну, я в этой стране много лет. Более 30 лет. Я вырастил детей здесь. Я знаю, что такое начальная школа здесь, что такое колледжи, университеты. Так вот, к сожалению, более половины американцев, населения американского населения, 60 даже процентов, понятия не имели до 24 февраля прошлого года, что такая страна, как Украина, существует. И когда постепенно средства массовой информации начали говорить, показывать Бучу, Ирпень, вы знаете как, Мариуполь, Изюм. Американцы, будучи очень добрым народом, я горжусь американским народом, это на редкость добрый народ, вы знаете как, который ценой неимоверных усилий добивается доллара, а потом преуспевает. Очень удивительный народ. И вот они стали прозревать. Многие узнали, что Украина – это страна, основанная и существующая, и стремящаяся к сохранению юдохристианских ценностей, точно так же, как и создавалась Америка сама. И вот когда они почувствовали, что творится с их братьями в Европе, в центре Европы, когда увидели настоящий Холокост на улицах
тех же городов, которые я назвал, Ирпени, Изюма, Бучи, к примеру, слезы были у американцев на глазах. Они стали искать места, где собирать деньги, вещи отправлять и так далее. И вот таким образом с тех пор по сегодняшний день 70% от 60 до 74% американцев за неукоснительную помощь Украине по сей день. Так вот, Рамасвами представляет округ, в котором Украина есть, но не первая, третья, четвертая, пятая. Плюс к этому сам Рамасвами им еще добавляет, общаясь с ними, что вы знаете, давайте пока об Украине не будем вообще говорить. Нам важнее Россия. Почему? Да потому что если Россия проиграет, там Китай завладеет Россией, и это наш главный враг Китай, и нам будет плохо. Откуда это? Где корни? Где ноги растут? Вот такой, таких взглядов, антиамериканских даже, я скажу прямо. Это из колледжа университетов. Это то самое гнездо, которое вырастило сегодня тысячи, тысячи молодежи, которые выходят с плакатами антиамериканскими, пропалестинские, антиизраильские и даже антиукраинские. И вот среди них немало русскоязычных, тех самых, которые пересекли границу мексиканскую. И это именно они сегодня сжигают американские флаги. Это они сжигают израильские флаги сегодня. К сожалению, при всем том, что я сказал, что есть вот 70% поддерживающих Украину, вот такая армия, а их набирается порядка 6, от 6 до 8, а некоторые говорят даже 10 миллионов американцев, у которых Украина не на первом месте. Так вот Рамасвами, который вот сегодня фигурирует иногда, он услышан. Но я вас хочу успокоить. У него рейтинг всего не выше 3%. Это Америка. Подавляющее большинство американцев не за него, а за замечательную женщину. Никки Хейли. Это наша железная леди. Это наша Маргарет Тэтчер. Вы знаете, вот она, пожалуйста, вот она будет президентом. И мы с вами будем аплодировать. Отлично, вы просто сняли мой вопрос, потому что я так наших зрителей, может быть, веду в курс дела, потому что как раз у меня был этот вопрос в повестке дня, что на днях, это такая новость, одна из самых богатых американских семей, Кох, и она же является, наверное, ключевым спонсором республиканской партии, высказала свою... Да, высказал некоторую поддержку свою Никки Хейли. И вот была самая последняя новость, что еще CEO одного из крупнейших банков США, JP Morgan, Chase, надеюсь, правильно произнесла это название. Да, правильно, правильно. Зовут его Джейми Даймонд. Да, он тоже сказал, что давайте вот ее сделаем кандидатом от республиканской партии. Почему нам в Украине важно знать и говорить о Никки Хейли? Потому что она такую исповедует достаточно однозначную позицию в отношении Украины. Одно из ее последних высказываний на канале CNN я бы хотела процитировать. Она говорит, что мы не должны стоять в стороне. Победа Украины отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Мне вот очень понравилось, что она говорит «победа Украины», потому что очень редко можно встретить в риторике американской, даже Белого дома, вот это слово «победа Украины». Не просто помощь, не просто выстоять на фронте, не просто удержать, не просто не проиграть, а вот именно победить. Победа. Да, это очень важно. И некоторые СМИ уже прогнозируют, что Никки Хейли, поскольку она умеет так хорошо балансировать и между Трампом с одной стороны, и с другой стороны между Украиной, что она может стать либо вице-президентом, если Трамп все-таки выиграет в его Белом доме, да, в его администрации, либо она может стать его соперником и мишенью. Вот вы какой больше вариант допускаете? Вы знаете, для меня это болезненный вопрос очень. Почему я был в избирательной кампании Трампа с 16 по 20 год? Я его хорошо знаю, семью знаю. И вот на протяжении всего этого периода, начиная от 16 года до сегодняшнего времени, это конец 23 года, многое произошло в нашей стране. Трамп
для меня один из выдающихся президентов в истории Америки. Вы знаете, наследие любого человека оценивается после его ухода, после его даже смерти. Вот говорят, вот когда умрет человек, тогда мы узнаем, какой он был на самом деле и так далее. Вот с Трампом вот такая происходит катаклизма, и он, будучи выдающимся в том, что он сделал для нашей страны, пока он был 4 года в Белом доме, и для наших друзей за рубежом, к примеру, сегодня Трамп уже другой. Я не сторонник Трампа сегодня, возлагая большую надежду на то, что его наследие будет по достоинству оценено последующими президентами, я все же считаю, что время Трампа прошло. Сегодня Трамп уже не может отвечать тем вызовам нашего времени, с которым сталкивается мировое сообщество и наша страна в частности. Поэтому я считаю, было бы здорово, если бы Трамп просто вышел на подиум, стал бы рядом с Ники Хейли, взял ее за ручку, поднял и сказал, обратившись ко всей своей аудитории, а у него огромная аудитория, его сегодня поддерживает более 60 миллионов, представляете вы, американцев. Это очень большая армия. Но он проиграл, имея 75 миллионов. Вы можете представить? Байден набрал 82, а он набрал 75. Так вот, по сей день его все еще поддерживает более 60 миллионов. Это огромная армия. И тем не менее, я бы на его месте, вот на этом подиуме, взял бы за ручку Хелли и сказал, господа, обращаясь к своей огромной аудитории, мое время пришло, я ухожу. Спасибо за поддержку, за доверие, а вот теперь я вас прошу, поддержите вот эту леди. Я с ней, я буду ей подсказывать, буду ей помогать, но она должна быть достойным представителем нашей страны в Белом доме. Вот так должно быть. Вы знаете, я говорил и повторю еще раз, каждый должен уходить вовремя, уходить на пике своей славы. И вот тогда он войдет в историю. Но, к сожалению, Трампа заносит. Даже дочка родная, она, Иванка, она с зятем не вошла в его избирательную кампанию и не хочет. Она сказала, папа, не надо, время прошло, не нужно баллотироваться. Понимаете как? До такой степени. Ну, во-первых, возраст, он ему под 80 тоже, так? Во-первых. Во-вторых, за эти годы, которые он провел в Белом доме, столько судебных исков против него, столько жалоб, сколько претензий, практически все они надуманы. Ни одно из них никому не удалось доказать. В противном случае он был бы давно за решеткой. И тем не менее кровь пьют из него либералы. Почему? Да потому что Трамп впервые в нашей истории стал называть вещи своими именами. Он обнажил недостатки нашего общества и показал пути, как их решать. А это многим не понравилось. Вам маленький пример. Вот, например, демократия, конечно, самая развитая в мире – это в Америке, но не всегда она соблюдается. В том же Конгрессе, например, депутаты могут переизбираться пожизненно и в Сенате, и в Нижней Палате. А я уже не говорю о членах Верховного Суда, члены которого пожизненно избраны, даже нет выборов, один раз и причем назначают, а потом голосуют. Причем назначает представитель, как правило, президент. Он предназначен обычно своих однопартийцев. Понимаете как? Короче, все это вместе взятое было отмечено Трампом как недостатки. Его не возлюбили. Как представители родной своей партии, так и демократов. Они говорят, да кто ты такой? Откуда ты свалился? А он не политик. Он же бизнесмен. Со стороны пришел. Понимаете? Поэтому его не возлюбили. Плюс к этому он стал бороться с либералами, в том смысле, что у либералов такие социалистические взгляды, отнять у богатых, раздать бедным. А Трамп был против этого. Он говорит, что я буду снижать налоги, а не повышать. А демократы напротив.
за повышение налогов, с тем, чтобы содержать малоимущих. А Трамп говорит, я не против малоимущих. Так малоимущие, среди них есть немало трудоспособных. Так пусть работают. Я понимаю, когда пожилой или больной, там свидетельство от врача есть, а если он может работать, если он в состоянии, например, даже бумажки перекладывать где-то, пусть работает. Вот это не понравилось. Понимаете, много бытовых внутренних проблем, которые ополчили вот эту вот армию леволибералов против него. И я считаю тоже, что его время прошло. Сегодня надо дать волю новому поколению, каковой представитель которой является именно Микки Хейли. Умница большая, скромная, самодостаточная. Она была потрясающим губернатором Северной Каролины, с большими успехами. Там был низкий уровень безработицы, низкий уровень преступности, это при ней было. А потом она достойно, Трамп же ее назначил послом в Организацию Объединенных Наций. Вот. И там она воевала за Америку, не жалея применять достойные правильные слова против врагов Америки, прежде всего той же России, к примеру. Понимаете, всесторонне она достойна. А потом женщина. Ну дайте нам женщину, в конце концов, а. Хоть раз, пусть она будет... Американская Урсула фон дер Ляйен, да? Да. Которая поддерживает Украину. Но вот все-таки, чтобы уже мы подсуммировали эту тему, как вы считаете, если Трамп добровольно не сойдет с дистанции, не возьмет за ручку, как вы сказали, Никки Хейли, и не скажет, вот это мой преемник фактически в республиканской партии, есть ли у нее шансы в соперничестве с Трампом все-таки победить, как это сказать корректно, на праймари, да, набрать большее количество голосов на праймари и выйти вот в эту гонку уже с кандидатом от демократов? Вы знаете, вот интересная сейчас статистика. Вот CNN даже показывает, что по опросам Трамп обходит Байдена. Вот на сегодня на 2-3% обходит Байдена. Вот сегодня. Как будет в будущем? Очень многое зависит от них обоих. Давайте я больше скажу о Байдене. У Байдена настолько все плохо, что сами демократы не хотят его. 34% его популярности самой партии. К нему уже обращаются со словами «не надо, не баллотируйся, уйди». Тебе не надо баллотироваться. Ну, они недовольство положением в экономике, высокой инфляции, например, нелегальной иммиграции, они не называя это вслух, его однопартийцы, говорят об одном – возраст. Вот возраст не очень, давай пусть идет отдыхает. А на самом деле-то они думают о другом, они прекрасно видят, что происходит у нас на улицах. Поэтому у Байдена единственный шанс войти в историю – это забыть условия, которые он сопровождает, оказывая помощь Украине, говоря о том, что не надо эскалировать, не надо провоцировать. Так дайте Украине F-16, 500 самолетов дай, у нас их тысячи. Дай Абрамсы, 500, у нас более 6 тысяч Абрамсов пылятся в песках у нас. Дай. Ровно по тому списку, который просил выдающийся сын украинского народа генерал Залужный. Вот это было бы здорово. И Украина бы победила в течение 2 месяцев. Украине не надо переступать границы свои 91 года, нет. Достаточно бить по Крыму, святая святых Путина, где бы он ни был, в холодильнике или грелся на самоваре где-нибудь, это не имеет значения. Если Украина начнет долбать по Крыму и доказывая, что Крым уже не сегодня-завтра будет освобожден, я уверен, само окружение Путина, где бы он ни был, решит его судьбу. И начнутся переговоры на условиях Украины, а не России. Первое условие – это границы 91 года. Второе условие – это трибунал. И третье условие – репарации. Полные. И я вам прямо скажу, ни одно поколение россиян должно измениться, прежде чем мир – украинский народ признает россиян своими соседями нормальными. Ни одно поколение. И будет платить Россия до последнего. И нефтянка российская будет работать на Украину. И российский газ будет работать на Украину. Обязательно. Пока не возместят
вот эти тысячи, тысячи жизней, которые Украина потеряла за все это время. Вот как Германия платит евреям 45-го года по сей день, и вот так будет платить Россия. Все виноваты они. Полная вина российская. Полная ответственность. Коллективная ответственность. И это надо сделать. Мы над этим работаем. Так и будет. Другого нет. Понимаете как? Поэтому я возвращаюсь к Байдену. Если он хочет войти в историю, помоги Украине. И он войдет в историю. Я буду первый ему аплодировать и даже голосовать, уговаривать, чтобы он остался. Вот это сегодня. Да. Это я очень, мне приятно слышать то, что вы говорите, потому что он для нас вошел в историю, и я думаю, что мы тут все за него проголосовали, конечно, наши 40 миллионов. Конечно, конечно, конечно. Другого нет. А так он уйдет с позором. Почему перед моими глазами бегство из Афганистана, перед моими глазами это позорное предложение Зеленскому в первый день войны, самолет, чтобы он улетал, а черт с этой Украиной. Это же не позор. Так говорить президенту великой страны? Вы мне скажите, это как? Это что такое? Вы понимаете? И многое другое, что является грехами и не только его, но и его семейки. Поэтому сегодня ты покажи миру, что ты можешь помочь тем самым людям, которые вместе с Израилем сегодня Украина, единая линия фронта на отдаленных наших рубежах, защищающая нас, американцев. Именно нас. Потому что Путин никогда не скрывал, что врагом номер один является именно Запад, именно Америка. Просто Украина стала вот так вот на пути и сказала: нет, я не пропущу, потому что я, Украина и Запад одно целое. Вы понимаете? Господин Борис, еще хотела вот о чем с вами поговорить. Разговаривала на днях с человеком, который в свое время работал в аппарате Республиканской партии. Он тоже достаточно переживает за Украину, пытается всячески помочь, в том числе с коммуникациями. И вот мы на этой неделе как раз наблюдали то, что мы в Украине некоторые медиа окрестили десантом Ермака, да, то есть отправили группу людей, которая должна коммуницировать с людьми, разъяснять им, для чего нужна эта помощь. Так вот этот человек, бывший работник аппарата Республиканской партии, он говорит, что каждому украинцу надо найти в социальных сетях американцев, особенно из штатов, которые традиционно голосуют за республиканцев, либо штатов качелей, которые такие неопределившиеся, отправить сообщение хотя бы 3-5 американцам, такое простое человеческое сообщение, что спасибо вам за вашу помощь, благодаря вам я живой. И вот он говорит, что то, что, как вы сказали, американцы, они очень добрая нация, и что вот эти 10 миллионов, которые против Украины, что даже их сердце может растопить такое сообщение. Да, правда, прекрасная идея. Она как раз стыкуется с нашей инициативой, что мы сейчас делаем. Мы пытаемся открыть украинские центры. Вот точно так, как Израиль имеет свои еврейские центры во многих городах Америки, точно так же мы пытаемся это сделать. С тем, чтобы в этих центрах американцы узнали культуру украинского народа. Одежда, еда, музыка, литература. Понимаете как? И не просто только Украина. Так вот, эти центры могут и помогать общине, среди которой находится этот центр, и в изучении языка, того же английского, к примеру. Почему? Это мы прошли через еврейские центры, мы иммигранты. Вот так еврейские центры здесь работают. Если они называются еврейскими, это не значит, что они только для евреев. Абсолютно нет. Они просто названы еврейскими, потому что инициировали создание этого центра евреи. Точно так же Украина. Мы инициируем все это с тем, чтобы Украина, во-первых, могла в этих центрах рассказывать о себе, знакомить, и, с другой стороны, оказывать помощь всем, кто приходит, например, по изучению бесплатных курсов английского языка, кто находится в поисках работы, например, там есть специальные службы, которые оказывают помощь в оказании работы. В оказании медицинской помощи, например, связывают с правильными врачами или в оформлении документов по получению государственных пособий, к примеру, страховок, к примеру. То есть масса социальных программ,
которыми занимаются подобные центры. И мы начали это. Мы сейчас, признаться, не так просто. Потому что одно дело, когда инициатива снизов, а другое дело, когда государство поддерживает это. Но нашу идею поддержал Конгресс. И мы сейчас вот пытаемся найти, конечно же, спонсоров, кто будет спонсировать покупку здания, например, для этого центра, так, интерьера внутреннего и так далее. У нас уже есть первые люди, кто принес свои миллионы. Это очень важно. Причем неважно, там очень много евреев из Украины. Просто болеют за Украину. Я горжусь этим, я рад очень этому. И в то же время мы пытаемся, вы знаете, я вам открою один маленький секрет. Мы хотим поставить вопрос перед американским правительством, пересмотреть отношение к украинским олигархам. Каким образом? Не надо сравнивать украинских олигархов с российскими. Российские олигархи выпистывали, вырастили такого животное, не человека, как Путин. А вот украинские олигархи, в конце концов, надо, многие из них нормальные люди, они пользовались теми законами, которые были в Украине, приватизировали и создали свои бизнесы. Сегодня они обложены санкциями большими. Многие из них не могут двигаться, потому что боятся, их могут арестовать где-то. Их активы заморожены. Понимаете, как? Господин Борис, как правило, это люди, которые выступали либо против Америки, либо которые даже сейчас, против которых возбуждены уголовные дела в Украине. Да. Мы знаем одного такого олигарха, который прямо сейчас находится в СИЗО. Коломойский, да. Я знаю, о ком говорю. Правильно. Более того, он у нас в поисках. Он будет, я полагаю, его могут экстрадировать. Такое возможно. Но это предмет отдельного разговора. Но есть другие олигархи, которые добросовестно готовы вернуть накопленное Украине. Почему бы нет? Почему бы не вести с ними переговоры? Почему? Почему вот у меня есть, ко мне есть обращение, например, одного из них. Он говорит: Борис, я готов спонсировать создание украинских центров в Америке. Пожалуйста. Я готов давать деньги матерям-одиночкам, мужья которых погибли сегодня в войне против этих варваров-оккупантов. То есть с ними надо работать. Их нельзя под одну гребенку сгребать и давай к чертовой матери. Но это пользы от этого нет Украине, никакой пользы нет. А вот работать с ними нужно. Если есть преступление, докажите, накажите. Если нет, экономическое, да, какое-то нарушение было, оштрафуйте, конфискуйте. А вот то, что можно оставить и отдать народу украинскому, сделайте это. Ложка дорога к обеду, это нужно сегодня, прямо не откладывая на завтрашний день. Вот это проблема. Поэтому мы пытаемся найти единомышленников и пытаемся даже выйти на украинское руководство с этими вопросами. Но оно не решится, я уверен. Украинского руководства сегодня не до этого. Они больше думают, конечно, о победе. Вот. Но более доступны для нас, конечно, члены Конгресса, это, конечно, и Белый дом. Мы пытаемся вот на них как-то давить, выходить через своих представителей из своих округов конгрессменов, сенаторов, чтобы вот с этой стороны тоже помогать Украине. То есть не надо заниматься уравниловкой, не надо приравнивать олигархов Украины с российскими, это абсолютно разные те преступники, а эти нет. Если есть, посадите, докажите. Вот так стоит вопрос. И быстрее используйте их активы на пользу Украины. Вот так мы хотим. Понимаете, это надо делать, не откладывая.